Привет, друзья! Сегодня нам предстоит охота на лося. Пойдем вдвоем с Олегом. Беру молодого кобеля. Находиться будем недалеко от поселка. Старого не берем. Рядом федеральная трасса. Собака очень вязкая. Может уйти за зверем и погибнуть. Поэтому старого не берем. Вот молодой у меня тут. Надрывается. Выходи, Хантер, выходи. Выходи, пес. Ну. Чего? Да, сейчас пойдешь, сейчас пойдешь. Пошли, пошли. Пошли, Хантер, пойдем. Собаке уже тяжело. Ну ничего, молодой пусть разминается. Убегать он все равно далеко не убегает. Там лоси находили. Непонятно, федеральная трасса идет. И они там прошли туда-сюда. Куда они дернулись. И вон вроде сюда тоже следы пошли. Сейчас подойдем посмотрим, ребят. Сейчас подойдем посмотрим. Ведь-то он есть тут, конечно. Зверюга тут есть. 100%. Собака пошла по лосиным следам. Прошу прощения, ребят, не успел включиться. Отстрелялся по лосю. По лосю отстрелялся, Олег. Лось отстрелялся. Ну что, друзья, трофей взят. Правда, не мной. Сейчас выхожу. Тут между нами расстояние небольшое, но обходить очень далеко. Собака, вон, смотрите, насколько устал он сегодня. Убегал он за лосихой. Очень собака устала. Снега, что он просто плывет. Сейчас выйду, тут трасса недалеко, Олег меня встретит. Напрямую-то немного, но куда, никуда не полезешь. И будем, объедем, будем разделывать. Закрываем лицензию, в общем, все. Сегодня нас что-то делает. Короче, все уже. Сроки поджимают. Закрываем лицензию. Так что можете поздравить вязких парней с добытым лосем. Простите, вот она выскочила, но просто нереально было снять. Нереально включить. Не больше ходить все время с врученной камерой. Ни свежих следов, ничего вообще не было. Она поднялась вот метров за 50, за 60, наверное. И сразу прыжок в кусты. Какое тут включение? Вот карабин-то еле успел самое. Передернул, давай туда. Три раза отстрелял. Отстрелял уже, можно сказать, в ее след. Кто ветки качались. Ничего, трофей есть. Слава богу. Слава богу, что лицензию закрыли. Не закроешь, их на будущий год могут не дать. Вот в чем фишка-то. Ладно. Не выключайтесь. Немножко разделку покажем. Салаем. Сейчас вот сделаем, Олег. Надо будет на шкуру складывать, потому что на клеенку не надо складывать. Она сейчас у тебя вся на ветках повиснет. Да, да. Нет, это салаты сделаем вот так, вичи. Сверху клеенка и закидаем по бокам снегом, прижмем. Угу. А,
Так, давай, что надо, на сразу голову отсечь. Да, погоди. Две минуты, постой. Вывозить будем завтра. Сегодня уже темнеет. Кишки выпустим. Шкуру снимем и оставим здесь. Завтра будем вывозить. На снегоходе Буран. Голова отошла от тела. Покинула тело. Смотри, я пивну кофейку. Сашка, потом еще вот эту вот пили, ладно, корневищу. Слышь? Эту корневищу еще отпили потом. Навертеть ее надо будет. Ага. Вертеть надо будет, не получится вертеть-то. Немножко уже она остомела. Как она ёбнется? Держись, нахуй. Давай подержу. Вот, давай. Держись. Держу. Привет, ребята. Сегодня едем вывозить мясо. Сейчас заведу снегоход. Разведу бензинчик. Добавлю и двинемся в путь. Что из этого получится, вы увидите. Вчера, ребят, поменяли на снегоходе насос ручной подкачки. Прошлый, ну, в общем, родной насос заклинило, пришлось покупать. 780 рублей у нас он в Кирове стоит. Поменяли. Продавец сказал, что летом надо несколько раз заводить, так как пересыхает и кирдык ему приходит. В общем, сейчас завожу снегоход.
что, ребят, отпилил я 10 км на Буране. Вон Олег едет, здесь трасса. Но мы вдоль трассы и, получается, уходили немножко в сторону. Сейчас пропилим вот этот завал и будем выезжать к туше лося. Считаете, на двулыжнике можно оторвать лыжи? Нет, в таких ситуациях. Смотрите, сколько густо. Мурашка лезет. Побуксовали малость, ребят. Вот снегоход повис в этом месте. Уперся в пень. Здесь бревно лежало, задней гусеницы повис на бревнах. Ни туда, ни сюда. Бревно вытащили. Олег задом развернулся. Так вот, ребят, лось входит в сани для снегохода Буран. Олег уезжает, я выхожу за ним. Некуда садиться. До просеки доедешь, дожидай. Ну, ребят, лось поехал. Тяжело мясо достается. Для любителей колбасы, это говорю. Невероятных усилий стоит. Фу. Хоть и по буранке иду, все равно тяжело. Ну как бы, нагрузили снегоходик хорошо. Но своим-то следом. Потому что нормально поеду, беспроблемно. Все, друзья, печеночка на Новый год обеспечена к новогоднему столу.